В поселке Новомихайловском открыли новую пристройку для детского сада «Малышок». Такой подарок 60-летию садика воспитатели «Малыши» получили благодаря краевой программе по строительству и расширению дошкольных образовательных учреждений. На торжественном открытии новой модульной пристройки побывала и наша съемочная группа. Открытие новой группы ждут взрослые и дети! Здесь собрались воспитатели, родители, гости из администрации и, разумеется, воспитанники старшей группы, для которой и построили новый модуль. Детей приветствует Дед Мороз. Он раздает малышам подарки и поздравляет всех с прошедшими новогодними праздниками. Затем к детям обращаются директор детского сада Любовь Алала и заместитель главы администрации Туапсинского района Оксана Кочегарова. Юбилейный год нашему детскому саду «Малышок» будет 60 лет. Детей человеческих судеб прошло через руки педагогов и выросли в стенах того маленького здания. Мы надеемся, что этот дом также станет таким же гостеприимным, таким же уютным для деток, которые будут расти здесь, дружить, развиваться. Этого события ждали не только дети, но и родители с воспитателями. Все вместе они подготовили массовый танцевальный флешмоб. Площадь нового модуля более 100 квадратных метров. Он включает несколько комнат – приемную, игровую, спальню и санузел. Пристройка подключена ко всем коммуникациям и соответствует санитарным нормам. Для малышей купили новую мебель и развивающие игрушки. Как отмечают родители воспитанников, новые бытовые условия в совокупности с педагогическим составом сделают садик еще лучше. Здесь настолько работают творческие люди, не только профессиональные, но и творческие люди, что хотелось бы, чтобы как можно больше детей приходило сюда, потому что здесь не только жизнь для наших детей, вот это вот солнце, окошко, они не только изучают тут какие-то предметы, да, математику, основы там языка, но они учатся дружить, они учатся играть, они учатся общаться, не конфликтуя друг с другом, они учатся порядку. В прошлом году «Малышок» посещали 115 детей от 3 до 8 лет. Теперь он сможет принять на 27 воспитанников больше. Сегодня в детском саду работают группы общей направленности, кратковременного пребывания и семейного воспитания. Это мера очень хорошая социальная для того, чтобы дети пошли в детские сады, родители трудоустроились, пошли и вышли на работу, которые сидели в декретном отпуске мамочки. Это очень важно в социально-экономическом плане. Ближе к весне территорию снаружи начнут облагораживать. Также в будущем здесь установят уличное оборудование, теневой навес и цветочные клумбы. Но самое главное, новое здание гарантирует безопасность при угрозе подтопления. Новое здание детского сада отличается тем, что построено в безопасных условиях. Фундамент построен на огромной, на поднятой высоте, было подсыпано более 1,5 метра грунта, свайный винтовой фундамент, и все гарантирует полную безопасность, непотопляемость этой территории. В 2016 году в Туапсинском районе ввели в эксплуатацию 8 пристроек, рассчитанных на 200 мест. Как отмечает глава муниципалитета Владимир Лыбанев, этот проверенный метод будут использовать и впредь. В новом году в районе стартовала большая программа по ликвидации очередности в школах. Первый крупный проект уже строится в Тенгинке. Игорь Хворостянов, Денис Гилев, Изабелла Аксютичева, телеканал «Орленок ТВ».